Всем доброе утро, да, Дана? Доброе утро. Мы с Даном сейчас хотим заняться монтажом. Уже собрались. Осталось только смонтировать вложек. Андрей пока в душе. Как раз я начну сейчас скидывать видео. Он выйдет с душа, возьмет Дана, а я смонтирую и выставлю влог новый. Вот такие вот у меня планы. Да, Дануль? Сегодня не знаю, чем займемся, потому что то, что мы планировали, не получится так, как мы планировали. Ну, это не от нас зависело, вот и все. Поэтому будем придумывать что-то втроем сегодня. Чем мы хотим заняться и куда, может быть, поехать или пройтись, не знаю, посмотрим. Сегодня на улице вроде как, ну, немножко облачно, поэтому... Тоже будем наблюдать за погодой. Тут очень красивый мальчик какой-то. Какой-то... Ой! Не-не-не, у мамы накрашены глаза. Очень красивый мальчик. Да. В общем, у меня есть такая волшебная штучка. Переходничок для камеры, который напрямую подключается к макбуку. Поэтому сейчас так хочу проверить, могу ли я так скинуть видео с камеры. Так что будем сейчас этим и заниматься. Так, ну что, мы тут садимся все вместе обедать. И сейчас после обеда планируем все втроем. Я, Андрей и Дан. Поехать. Куда, Зай? На Владимирскую. Да, договорились, сейчас соберемся и поедем. У нас в планах попробовать добраться туда общественным транспортом, да? Угу. Ну, это, в принципе, реально, просто мы с Даном не пробовали. В общем, надо это все проверить и оценить, как это получится у нас. Ну что, мы добрались, короче, на остановочку на этом, на 37-м троллейбусе, да? Приехали на нужную нам остановку, где останавливается 114-й автобус, на котором мы доберемся до Владимирской горки. Так что сейчас будем добираться туда, да? Мы же там автобус подъезжает, да, он у нас уснул. В троллейбусе ему понравилось ехать, да? Угу. Он типа себе такой лежит в коляске и кайфует. И в любом транспорте нравится. Да, это классно. Поэтому будем ехать сейчас на Владимирскую горку. Думаю, что скоро добрём. А еще очень необычный цвет у Мэгана. Такой салатовый. Не зеленый? Да, да. Салатовый. Наверное, перекрасный. Скорее всего. В общем, собираемся ехать. Ну что, мы за 20 минут добрались на Почтовую площадь, да? Mm-hmm. Сейчас сели в фуникулёр. Да, нам уже просто в шоке, не понимаю, что происходит. Поднимаемся на Владимирскую, сейчас пойдем гулять все вместе. Да, на последний впервые и троллейбус, и автобус, то еще и фуникулёр. Мы приехали. Нашли с Даном только что уединенное местечко, я его здесь покормила. Он что-то не очень в хорошем настроении проснулся у нас, да? Ну ничего, сейчас пойдем гулять, я думаю, поднимется настроение. Ух ты, летит, как будто бы дождик. Сейчас пойдем гулять, если не понравится в коляске сидеть, значит на руках пойдет с нами, да? Мы взяли и эту. Переноску. Переноску, и так... Можно его поносить, так что. Думаю, нормально сработаемся. Какой прекрасный мне сзади вид. Я и мусорник. Так, сегодня мы в таких луках. Я в футболочке, в юбочке, в босоножках. Андрей в кроссовках, в шортиках, в футболке. Данек в бодике, в шортиках, в носочках. Ну, еще ладно, он подгузник сегодня решил одеть. Ну, мы тоже трусы. Ну да. Все-таки решили, что просто надо иногда одевать. Ладно, это такие интимные подробности, которые... Ладно, это все была шутка, я надеюсь. Понимаешь? Да, мы не носим просто вообще белье. Мы не знаем, кто его придумал и зачем. Смысла в нем нет. Кто-то поел, срыгнул. И очень красиво теперь. Вот так. Пойдем гулять, да. Смотри, есть сося. Ой, улетела. На. Какая гадость, это сося, да? Сока.
погнала дальше. Мы, короче, так что прошлись, Андрей тоже прошелся, да? Только да. Без данок. А данок мы сняли. И данок был... Господи. Данек-то наблюдал со стороны, смотрел на Андрюшу, а потом Андрюша подошел, а Андрей и этот, а Дан так на него смотрит. Типа, пап, что это ты делаешь такое? Ох, какая прохлада. Хорошо, что у меня кератин. Да. Хотя сейчас мы увидим, что будет с волосами. Сани, подсохнуть немножко и посмотрим, какая реакция на водичку. Фух, но я кайфанула. Мне понравилось. Освежились. Я когда была беременна, я не решилась пойти под водичку холодной водой. Да? Да. Ну тогда еще было... Ну, это было очень еще вообще на начальных сроках, это еще мы к диплому готовились. А, это было лето. Ой. Да, да, это еще я только чуть-чуть была беременна. Все правильно. Где-то недель 13 было, наверное. Угу. Это мы просто вспоминаем, когда там мы пробовали уже проходиться под этим. Гуляли у нас на проезжении в парке, и там тоже стояла такая штука. И Андрей под ней ходил туда-сюда. А я нет. В общем, мы гуляем. Мы уже, кстати, в Мариинске пришли. Парк мой, я не говорила, да? Вот, мы в Мариинске уже зашли. Сейчас будем проходить через мостик. Мостик любви. Да, через мостик любви? Угу. Ну, туда проходят только если любят, да? Ну да. Получается, остальные что? Падают. Да? Угу. Получается, что? Все всех любят. Ага. Ну вот, мужчина пошел, он себя очень любит. Смотри. Это, наверное... В общем, хорошая у нас прогулочка. Очень надеемся, рассчитываем, что когда мы будем ехать домой, Дануля уснет. Потому что мы сюда пока ехали, он спал все это время, и это было очень удобно. Во-первых, он не хныкал, во-вторых, дорогу сразу легко перенес. Поэтому будет классно. Не, в любом случае нормально, например. Он, в принципе, адекватно реагирует на путешествие. Кто-то спит, мы тут изучаем, где наш автобус. И мы уже пришли до почтовой площади. Мы, короче, пропустили 114-й автобус, потому что мы его увидели на карте и сели ждать на остановке, где он не останавливается. Обидно. Но он все равно был заполнен. Ну а тот, ты что думаешь, какой приедет? Не такой же? Может быть. В общем, мы можем, пока он выехал, можем пойти туда сесть, пока он подняться. Так что еще и на почтовой площади погуляли. Можно так сказать. Вот. Едем уже домой. Мы так и предполагали, что как раз Дан уснет и будет спать. И так и получилось. Мы не рассчитали, что автобус там не остановится. Угу. Так, скорее всего, он проснется в автобусе. Да. Ничего страшного. Сидим, в общем, мы ждем. Я встал. Да, ну мы только что фотографировались просто. Получились очень такие классные фоточки. Ну там на заставочке в влоге как раз фоточки стоит. Вот. В общем, ждем уже 114 где-то, где на Крещатике едет. Да, возле Крещатика. Сейчас он уже приедет. Дан сзади нас спит, мы за ним следим и на травке сидим. Она здесь очень мягенькая, очень кайфовая. Прям такая рулонная, наверное, какая-то. Ну, как мы предположили, да? Угу. Тут нужно земли. А еще я плохо постригла Андрея, сегодня думаем перестричь его, да? Ну, теперь да, наверное. Да, ровно. Можно вообще тебе это. Вон, смотри, нет земли, одни корли. Угу. Да, это рулонный газон. Прикольно.
Но очень мягенько, очень комфортно на нем мы расположились, да? Будем ехать уже домой. Кто-то у нас тут пришел кататься на мотоцикле. А я там Андрей купает Дана, да? Данулькин там моется, купается. Андрей, как обычно, в шапке. Выгребает голову, которую простудил, скорее всего. А вот. А, сегодня уже вечером никуда не пойдем, потому что мы несколько дней подряд по вечерам ходили гуляли. Но мы не пойдем, да? Мы запланировали сегодня, у нас есть планы дома побыть и позаниматься своими делишками. Я вышла. Ты уже пришла? Да. Приехала? Приехала. В общем, планирую сейчас поубирать, знаете, здесь на кухне. Будет ссылка? Да, ссылка в описании. Я не оставляю ссылку в описании на людей, которые босиком ходят. Ну, ребят, ссылка будет в описании, где Ира училась ездить. Я поехала в то поле как раз, где она училась ездить. Я училась ездить? Да. На машине? Да. А ты поехала в то поле? Да. Где ты училась на машине ездить? Что? Ничего. Да? Я не обманываю. Ты училась на машине ездить? Ты училась. Я? А ты куда поехала, когда? Сейчас. Это свои представления? Да. Боже мой, не поняла. Теперь поняла. Так. В общем, такие вот дела. Мы купаем Данулькина. Правда, он, конечно, сегодня в сон ушел какой-то непонятный. А, мы доезжали домой на такси, потому что мы дождались второй автобус, а он не остановился и проехал. Ну, то есть, наверное, наполнение автобуса максимальное. Поэтому он поехал. Ну, мы поняли, что нам нужно никого не ждать. На следующем автобусе мы также не уедем, поэтому мы вызвали таксишку и приехали домой. Вот. В принципе, все. Так, я тут это разбираюсь. Так, ну что, ребят, в общем, мы уже сейчас собираемся идти в кроватку. Я просто после душа и укладывала Дана, поэтому забрала майку Андрея. Показывать Андрея не буду, потому что оголенная грудь — это некрасиво, не культурно. И еще Ютуб блочит такие всякие штуки. Если еще стопы показывать, то это тоже блочит. Вот. Поэтому не показывайте свои ноги на камеру. В общем, сейчас отправляемся уже в кроватку. Будем еще там что-то смотреть, делать, всякое такое. Вот. Ну, в принципе, все. Поэтому у нас день закончился сегодня. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пишите комментарии. Все, всем пока. Зай. Пока.